Всем привет! Это мы, Лари Мари, и мы начинаем свои эфиры по продажам, распродажам, красивым домам. Вот мы заходим в такие ворота. Смотрите, дорогие друзья, всем, во-первых, привет! Большая благодарность за то, что вы нас смотрите. Мы очень рады, у нас число подписчиков растет, а также мы, конечно же, читаем все комментарии, стараемся сделать наши съемки гораздо лучше, чтобы, все могли увидеть то, что хотели увидеть, когда мы ходим по таким домам. Но сегодня, я думаю, у нас просто вообще потрясающий дом. Посмотрите, какая красота, какой он огромный. В общем, мы даже не представляю, что там внутри, сколько там комнат. Мы, конечно, вас сейчас обязательно все покажем и расскажем. Да, Ларис? Да, и заодно я хочу показать, в каком лесу волшебном мы находимся. Здесь очень красиво, много домов, деревьев. Мы здесь никогда еще не были. Да, первый раз. Замечательная осень у нас. Уже прохладно. Сегодня утром сколько градусов? Наверное, градусов 5. 5. Плюс 5. Ну все, мы идем. Ну что ж, заходим? Заходим. Вот это вот, посмотрите, я хочу обратить внимание вот на эту вот стеклянную такую тарелочку. Видите, там внутри это роспись с серебром, она встречается, это старинная вещь, с росписью с серебром 27,52. А вот это вот для чего, как ты думаешь, что это такое вообще? Мне кажется, что это просто декоративные такие вот, но они явно вырезанные вручную из дерева. Возможно, это какой-то мастер сделал. Ну, просто декоративные такие. А ты знаешь, вполне может быть, что сюда можно поставить свечки, Ларис. Ну, такие большие свечки, да. Может быть, даже вот такой светильник какой-нибудь. Да, что-то можно поставить внутри. Потому что, видите, вот она как бы с таким вот светильником туда, может быть, наверное, можно поставить. Ну, это по типу марионеток, потому что, смотри, у них как будто здесь крепление двигающееся. Смотрите, какой интересный шкаф, он уже продан. Даже не представляю, это очень интересный стиль, конечно, у него. Он очень, я вижу, что старый, потому что ну, вот внизу даже там старые обои наклеены старыми обоями. Его, конечно, надо чистить, потому что я даже не представляю, какого это века. Но он уже продан, смотри. Он уже продан, да, но он явно старый. Может быть, 19-го, может даже 18-го века.
Вот это комната. Библиотека, да, это библиотека. И мы с тобой уже видим, что нам здесь интересно. Огромное количество тарелочек здесь стоит. Мы сейчас обязательно все посмотрим и вам покажем. Вот такая картина. Это картина $1500 здесь. Но мне кажется, что непонятно, нарисовано или нет, надо посмотреть поближе. Кстати, возможно, это и не картина, потому что я вижу, что это кусок ткани, который приклеен вот здесь. Видишь? Скорее всего. Это какой-то гобелен, приклеенный на доску. Ну, что это за гобелен, непонятно, откуда этот гобелен взялся. И видишь, там он красиво прикреплен такими двумя железными скобочками наверху, видишь, прикреплен. То есть, ну, мы, может, спросим, узнаем, что это такое. Явно старая вещь какая-то. И нас привлек сразу же вот этот красивый шкаф с огромным количеством интересных тут предметов. Лариса, давай посмотрим, просто, может быть, начнем с нижней полочки. Давай. И я вижу уже по центру, вот такие блюда мы с тобой встречали. Это, конечно, скорее всего, лимош, да. Я не буду трогать, но это явно лимош, $125. Это, видите, с рыбками. Обычно таких даже бывает несколько блюд, то есть как бы сервировочные блюда. Это как большой поднос. Да, огромный такой поднос. Вот посмотрите, какой он большой просто. Ну, давай возьмем. Вот уже я достала его. Посмотрим на него осторожненько, перевернем. Вот. Такой интересный. Да, лимош Франция. Лимош Франция. Видно, она висела на стене. Это ручная работа. Я не вижу. А, нет, вот есть подпись автора. Это ручная роспись. Вот такие прекрасные рыбки. Лимошское золото, его просто ни с чем не перепутаешь. И вот рядом я уже вижу здесь, скорее всего, вот это вот уже $45. Это без подписи. Но явно, что это ручная роспись. Поближе посмотри, Ларис. Я думаю, что это, да, ручная роспись, не деколь. Похоже на Англию, на что-то английское. $45. Ну, тарелка старая, 100%. Угу. Так, ну что, мы с тобой переходим. Мне дальше. Вот это вот нравится, то что? Да, это $125. Подсвечники? Нет, это такие вазочки. Угу. Две принцессы здесь различные. Но непонятно, что за фирма, нам не ясно. Вот. Дальше идем сюда. Вот еще такой вот $95. Здесь есть клеймо. Это Дерби. Uh-huh. Мне кажется, вот. Это старая вещь. Сколько стоит? Это $95. То есть пока цена довольно-таки дорога здесь на всю. Еще тарелки вот такие вот внизу покажем вам. И Мари. Да, это в китайском, японском стиле. Это Аренстон Чайна, это Англия. Угу. Ну, вот такие вот тарелки очень здесь, ну, как бы любимые. Народ ставит в домах, вот так вот, дисплеит их. И здесь еще очень интересные вот такие вот две урны, $95. Очень тяжелые, старинные, с двумя вот такими... Ангелочками, да. И там какой-то рельефный еще. Интересная история рельефная. И если мы посмотрим чуть повыше, тоже тарелки, тоже типа и Мари по стилю. Мы же, ну, мы давай одну перевернем. Вот, может быть, вот это просто посмотрим. $125. Не знаю, что там. Вочисто. Это вочисто, это английские тарелки. Это симпатичная. Это $95. Ну, давай посмотрим, если мы чуть-чуть, может быть, ее сможем поднять. Здесь какая-то церковь. Ничего. Да. Но это старинная Англия, я думаю, скорее всего. И мне очень понравилось вот там вверху за 295. Такая большая. Даже не буду ее поднять. Ну, может быть, вот так. Нет, она, конечно, без подписи. Но она, видишь, это явно ручная роспись. Ну что это, непонятно. Еще, конечно же, много разных. Там, посмотри, вот с той стороны, вот статуэток всяких. Вот эту, кстати, можно посмотреть, если мы ее... Вот эту? Да, сможем достать. Но это бисквит.
$18, но не такая дорогая. И она без марки. То есть, это что-то такое для, может быть, для писем. Салфеток, может. Для салфеток, то есть не так интересно. Вот это вот приятная вазочка за 18. Но недорогая, наверное, все-таки более современные книжки. А еще больше статуэток. И еще одна мне понравилась. Ларис, вот здесь. Угу. Посмотри там наверху. Такой интересный. Тоже бронзовая статуэтка за 195. Здесь мы даже не знаем, что это такое. Рентген какой-то, но не тяжелый. И здесь вот эти вот уточки, давай посмотрим, что за уточки у нас с тобой здесь. Германские. Угу. Такие приятные уточки, кстати. И парочку вазочек там осталось. Еще один шкаф. Можешь показать, если хочешь. Много полочек, да, и здесь тоже красивый опять наша тема фарфор, но вот сразу видим вот это вот красивое, посмотрите, за 125 тарелку, вот. Она разбита, да? Да, угу. Ну посмотри поближе, я не вижу, тут можно посмотреть, что это за фирма через, не видно, да? Прочитаешь? Ну потом посмотрим, по-моему, Германия что-то такое. Трудно понять. Копланд, что ли? Копланд. А если это Копланд, то это Англия. Вот такая вот. Ну, я не... Надо посмотреть через... Это ручная роспись. По-моему, да. По-моему, ручная роспись. Копланд. Вот такое вот блюдо. Очень красивое. И рядом с ним стоит очень много Wedgwood'а. Мы про него уже рассказывали. Вот такой прекрасный чайник фирмы Wedgwood. $65. А, кстати, почему-то нет. Может быть, это старый Wedgwood. Нет клейма. Две вазочки. Тоже без клея. Вазочки где-то $125. А здесь вот такие две урны за $30. Тут такая классическая тема. Кавалер и дама. Конечно, нам интересно посмотреть, что это. Если это возможно. Это тоже. Ну, это вот ручная, по-моему, роспись. Вот такие вот дамы и кавалеры. Немножко есть ход золота. Конечно, какая-то старая вещь. Дальше вот... Статуэтка за $215 какого-то бога. Думаю, что Индия. Это Индия, скорее всего, Индонезия, что-то такое. Опять тарелочки, как бы стиль и Мари. Вот мне интересно, вот эта тарелка, Ларис. Да, посмотрим на нее. $125. Тут два ангелочка, очень милых, между прочим. Очень красивые. И, конечно же, тоже фирмы нет. Ну, видно, что вещь старинная. Старенькое золото здесь, роспись. Такая приятная тарелочка. И еще одна рядом с ней. Это уже $65. Тоже там коровка в середине. Там какая-то даже собачка. Собачка. Или бык, не понять. Сейчас, подожди, давай ее попробуем. О, нет, ее тяжело отсюда достать. Может быть, ее просто вот так переверну. Осторожно. Там что-то написано. English Soup Bowl. $195. Где-то его купили за $195. В комиссионке, да? Ну, в антиквариате. В комиссионном антиквариате. А сейчас они хотят за нее 65. То есть кто-то очень дорого заплатил. Но это вот эта вот вся ручная роспись. Я подозреваю, что это тоже Англия, скорее всего. Возможно, Колпорт. А вот это? А вот это мы с тобой нет, не видели. Вот. А, вот это, давай, с $15. Ремовка? Португалия. Ну, это как бы ни туда, ни сюда. Вот. Наверху вот эти всякие разные тоже тарелочки. Давай посмотрим вот центральную. Какая-то необычная у нее. $45 без клейма. Ну, вот эти по 250. Это очень дорогие. Хорошо, попробуем на одну посмотреть. Может, это дерби? Я, честно говоря, не знаю, почему они такие дорогие. Опять вот эта вот тема рисунка китайского для нас, но очень такой фарфор не очень хороший. Я бы не сказала, что грубый, он, да? Да, что он хороший фарфор. Более грубый. Здесь отлично красивый стол. Посмотрите, с такой тяжелой лампочкой за $295. И на столе стоит вот эта
фирма Билек, мы про нее уже рассказывали, это ирландская фирма. Да, по-моему. Да, видно там ее. Вот такой вот интересный какой-то кувшинчик, наверное, наливать сюда, потом можно кувшинчик сюда ставить. И здесь вот эти две соусницы или десертницы написано. И за пару просто $150, но когда мы перевернули с Ларисой, да, посмотреть, что это. Опять еще одна наклейка из антикварного магазина. И написано, что десертные соусницы фирмы Worcester. $275 они стоили. То есть в антикварном магазине их продавали за 275. Здесь сейчас продаются за 150 за пару. Лариса, посмотри, вот там. А, еще мы не сказали, красивая барная стойка вот там, да? Угу. И тут еще есть парочку интересных вещей. Давай вот здесь вот посмотрим, да. Что. Вот здесь, смотри, какой-то геральдический за $295 вырезанный по дереву знак. Это старинный поднос за $395. Обалдеть. Ну, это видно, ручная роспись, тут какие-то красивые города. То есть это уже как бы картина разрисованная. Очень красиво. А вот это вот явно просто от какого-то, ну, старинного шкафа $195. Может, это спинка кровати? Да, или спинка кровати. И Ларис, прекрасный столик за $295. Вот такой столик мне нравится. Берем. Красивого дерева разнообразного. И штофы. Штофы, конечно, хорошо подойдут к винному бару здесь. Ну, здесь очень много различных стаканчиков, как вы видите. Мы даже... Ну так, быстро вам покажем. Такая люстра интересная за 125. Вот эти. Мне нравится вот здесь. Для мартини. Да, 5,50 для мартини. Старинная, выпитая, как это, по хрусталю рисунок. А, кстати, вот они такого же типа. $95 за все. Ну и дальше разнообразные рюмочки. Это следующая комната. Только мы не поймем, что это за комната. Ну, это просто такая вторая гостиная, возможно, что ли? Вторая гостиная. А, здесь очень много света. С прекрасным видом. Окна с двух сторон. Двухсторонние окна здесь. Смотри, какая люлька. Да, это какая-то интересная. Вот такая вот детская кроватка. 595 они за нее хотят, но она действительно вот, ну, не совсем. Это получается. Ручка, что ли, смотри? А это, наверное, можно было не игрушки какие-то вешать вот так над колыбелью. Ничего себе. Интересно. Да. Вот очень интересный стул. Ну, кстати, вот этот стул мне написано «No for sale», но они почему-то стоят $95. А, он порванный. Написали, ну, в том состоянии, в каком он есть, продается. Здесь прекрасный диван, картина, немножко хрусталя. А, кстати, Ларис, вот это, может быть, нам понравится. Смотри, здесь книжка. Про фигурки? Да. «Porcelain sculptures from Metropolitan Museum of Art». Это фигуры из Метрополитенского музея искусства. Всего $4. Вот это, кстати, может быть очень интересно для нас. Давай возьмем, да. Потом даже зрители мы вам можем показать. Мы почитаем эту книжку, можем вам показать. Mm-hmm. Это мы заберем. Обрати внимание, какой здесь карпет постелен. Да, интересно в качестве такого. Еще клеточку. Мне понравился вот этот столик. Смотри, $750. И здесь очень мрамор. Красивый. Плюс здесь по дереву рисунок идет зеленый. Угу. Такого мы еще не встречали, чтобы мрамор и рисунок по дереву. Смотрите, какое потрясающее окно. Просто в стиле, ну, французское, French Provincial, ну, даже английского коттеджа. Просто необыкновенное. И здесь еще красивый хрусталь. Обалденные лампочки. Кстати, лампы стоят $1500. Наверное, ну, я не знаю, мы таких дорогих еще не встречали. Причем, посмотрите, они немножко облупленные. Почему такая цена? Наверное, они очень старые. Но, к сожалению, здесь нигде не указано никакое. Вот, ничто. И, конечно же, блюдо. Мы обращаем сюда внимание. Всего $20, то есть не такое дорогое. И это что у нас с тобой? Royal Windsor. Staffordshire. Staffordshire. Ну, тут, кстати, красивая. Hand engraved. Ручная engraving. Ну, как это? Работа по золоту, скорее всего, ручная. Вот это прекрасное за $20 с крапелюром. Да, ну всегда мы знаем, что английская посуда, она почему-то вот всегда идет с крапелюром. Что у нас здесь еще?
такие старинные часы, $195 в виде такой как бы циркушки. И мне уже интересно вот там посмотреть, что в этом шкафчике. Да, причем шкафчик угловой. Посмотрите, какой. Лариса, ты показала, какой здесь потолок? Покажи. Нет, еще сейчас покажу. Как здесь сделан в виде деревянный потолок, огромный белый, с такой интересной люстрой. Необыкновенный. И мне очень нравится, как сделано здесь окна красивые. Стол тоже красивый. Стол замечательный такой, очень легкий стол. Ну, пойдем посмотрим, что мы в шкафчике. Мы уже видим что-то здесь из терракоты, какие-то ангелочки, держащие вазы. Мы не будем, очень, наверное, все-таки тяжелые, я не хочу, может, отвалиться. И вот еще одно большое блюдо за $35. Мне кажется, это тоже Англия, скорее всего, тоже не будем доставать, глубоко стоит. Но похоже вот на то, которое мы только что вам показали. $35. Посмотрите, еще одна прекрасная, прекрасное как бы, такое произведение искусства, буфет. Необыкновенный, с дерева, с огромными ручками. И здесь стоит, нам очень нравится вот эта вот турения с птичкой. Вот, мы, кстати, редко видим такие, чтобы они были вот с какими-то птичками. Наверху мне нравятся вот эти ручки, $45. Давай посмотрим, что это за турения. Хотя, конечно, будет ее тяжело перевернуть, но я думаю, что можно. Что здесь написано? Португалия. Угу. Ну, Португалию мы обычно не берем. Ну, их часто встречаем. Да, мы часто встречаем, они более современные. Вот. И два вот таких прекрасных попугайчика. Вот волнистый. Один, второй, да, волнистый. Сейчас. Что за фирма? А, это Андреа Байсади. Они делают как бы, ну... Под кого-то, под да? кого-то, да. Поэтому $65 мы этой фирмой тоже не интересуемся, но просто интересно. Наверное, а картина, Марина, смотри. Картина $495. Написано что-то там. Тавас или кавас? Кавас. Или квас? Написано табак. Это табак, наверное. Кстати, очень, картина очень интересная. С подписью автора. Посмотрим немножко поближе. А мы не часто видим вот такие городские сценки. И, в принципе, вот это очень даже... Норрис, написано, да, это написано, подпись автор 50-й год. Норрис. Да, Джон Норрис, 1950 года картина. Ну, видно, посмотрите, как она одета, эта женщина с собачкой, с пуделем, с таким... Анна Каренина просто, она была только в 50-х. Конечно, мы обычно снимаем ванну, но в таком доме нам очень хотелось вам показать. Посмотрите, какая это замечательная ванна. Какой здесь... Люстры даже продаются. Ну да, видно, из дома сняли некоторые люстры. И прекрасное там, смотри, окошко, как красиво сделано. Uh-huh. Зеркало наверху, окошко. То здесь очень много света в этой ванне. Прекрасно просто. Посмотрите, какой красивый здесь у них гардероб. И он двухсторонний. Вот с одной стороны гардероб, и там сейчас с другой стороны мы вам покажем. Лариса, смотри, как интересно. Наверное, доставать. Вот видишь, вот эти вот штуки, их опускаешь... Чтобы можно было что-то достать сверху, мне кажется. Посмотрите, мы не ждали, но во второй гардеробной вот здесь тоже красивые очень тарелочки. Их много, разнообразные. Вот, ну мы уже предполагаем, какие могут быть фирмы. Давай посмотрим. Вот это, скорее всего, Дрезден. $31. Или Бавария. Шуман, да. Шуман, Бавария. 31, вот такая прелесть. Вот это, конечно, с дамочкой. Посмотрим, давай на нее. $25. Японская. Это Бавария, по-моему. Такой, ну, написано Бавария, но P&M, такую фирму мы еще не встречали. И здесь, конечно же, деколь, но сюжет приятный. Ангелочки, дама. Очень даже. Теперь ну, вот смотрим внизу. $18. Бавария, да, немецкая тарелочка. Это тоже Шуман, я думаю. Это тоже Бавария. Скорее всего, вот это, да, красивая. Да, это Бавария, Германия. Вот это, кстати, старенькая такая, с прызным фарфором. Это $17. Здесь хорошее золото, очень. Ты может быть или можешь? Посмотрим, что это. Бавария, Германия, ты молодец. Да. $17. Но это ручная, по-моему, роспись, да. Painted for Claire Sanyo.
1980, то есть она даже не такая старая. Угу. А вот эта вот мне понравилась, такая прикольная. Да, это очень интересно, кстати, потому что у нее интересные ручки. Видишь, это как подносик такой. Да, с ручками. Разделочный подносик, да, для бутербродика. А, итальянская. Ну, угу, да, итальянская керамика, это понятно. Что с ромашками вот это? Ну, давай с ромашками. Я, кстати, с такой, что-то мы с тобой с ромашками, по-моему, видели, Ларис. Не путай с нашим Мэтликсом. Бавария. То есть здесь синий мисский тарелка. С нашим Мэтликсом за $5. Вот такая тарелочка. Ну, все тарелочки мы посмотрели с тобой. В общем, мы не сильно впечатлились. Я вижу шубу еще. Да, вот здесь шуба красивая, за $950. А еще здесь очень красивая вот эта вот люстра. Maybe I can help you out with it. Just looking right now. Okay. Thank you. Uh-huh. Люстра красивая. Люстра очень красивая. И вот смотри, какой. Воротничок. Воротничок, он не просто воротничок, он такой... Как шапочка, да? Как, ой, нет, капюшон, подожди, да, наверное, а идет? Он... Нет, он такой вот и есть. Вот так на плечо на одно накидывается. Сколько стоит? $95. А что это? Мне кажется, это не настоящий, не знаю почему. Нет, а может быть вот так. Ой, вот это как... Нет, это настоящий. Воротник. Вот. Это воротник, и здесь пуговочка. Вот, вот эта вот пуговочка. Тоже такая же пушистая, как, да, хвостик вот зайчика. Она должна быть. То есть это на красивое вечернее платье одевается for a salon. Смотри, они вот такие. О, на плечи. Угу. О, это очень прикольно, Ларис, смотри. Это если у тебя открытое платье, чтобы, да, прикрыться. Смотри, как красиво. Вот это, кстати, красиво. Это, по-моему, норка. Даже я не знаю. Может, ничего можно... не написано? Нет. Угу. Нет. Ну, вот это красивая вещь такая, знаешь, и она в хорошем состоянии. Мне понравилось. Ну. И вот люстра все такая здесь. Еще одна люстра $950, тоже красивая. И вот тут люстры еще представлены. Такие вот. Конечно же, в таком огромном доме не могут быть набор, не могут не быть наборы серебра. Посмотрите, вот какой прекрасный серебряный набор. $6000 он стоит. Это настоящий серебро? Да, это, посмотри, какие детали здесь. Мне кажется, что это настоящий серебро. И здесь вот еще один. Этот подешевле, это, наверное, посеребрённый. 1095. А, тут тогда, значит, шантили. Но тоже, в принципе, он практически полный, я не знаю, да. Тут много. Пять таких. Да, это все серебряное, Ларис. А вот здесь просто такое разнообразное серебро. Сколько стоит? Наверное, непонятно, если только, может быть, вот эта цена. Заходим в эту комнату. Да. Комната потрясающая, конечно. Посмотрите, как здесь красиво. Мы уже запутались в количестве гостиных в этом доме. Но это еще одна. Старинный диван. Это видно, что он старинный. Какие-то очень старые панно за $1250 деревянные. Явно откуда-то из Европы привезенные здесь сюда. Элементы хрусталя. Вот здесь я вижу, это, скорее всего, опять Англия Полпорт. Кто-то очень любил Англию Полпорт, скорее всего. Сейчас посмотрим. Сможем ли мы перевернуть. Здесь написано 1825 год. То есть это вот старинная вещь. Я подозреваю, что что-то все-таки английское. Шкафы такие интересные, да. И кресла такие тоже старомодные, да? Давай вот здесь посмотрим, давай, что есть. Посмотрим. Здесь очень много тоже. Каждая много деталей разных. Вот такой шин $55. Какая-то греческая тема здесь. Даже не совсем понятно, как это, что это такое сделано. Вот. И здесь мы видим вот такой дорогой мальчик лежащего, $145. Чернильница с перламутром. Смотрите, здесь стройный перламутр. Не хочется посмотреть, что это, если какая-то фирма этого мальчика. Херент. Херент, да. Венгрия. Да, он очень почему-то, ну, сильно ценится здесь. Это старинная, явно, $225. Чернильница. Кстати, очень красивая. Мы таких красивых не видели. С такими вот вставками красивыми из перламутра. Прелесть.
Еще один прекрасный стол с интересными вещами. Посмотрите, вот здесь чернильница такая. Еще одна $250 они за нее хотят. Сюда, наверное, перья вставляются. Даже вот такой вот небольшой. Но это вот фарфоровая. Такие прекрасные две урны. $595. А вот здесь, ну, тоже блюдо. Ну, посмотрим, может быть, все, его привернем. Все в одной теме, да? Ты заметила? Да, тоже 1925 года. Видно, это разбили. Возможно, был набор целый. Вот тарелка, там вот какие-то предметы остались. Вот это интересно, $50. Я вижу, что это ручная роспись, видишь? Угу. Мазочки видно. Видите? Угу. Это ручная роспись. Ну, это интересно. Не совсем я... Этот знак, надо посмотреть, что это за знак. Скорее всего, германский. Но все внутри цветочки, все в хорошей сохранности. Видите, там внутри сделано... они вылеплены внутри. Золото немножко чуть-чуть сошло. Но, в принципе, вещь хорошая. За $50 вот это вот неплохая вещь, старинная. Посмотрите, прекрасный угловой шкаф. Этот угловой шкаф стоит $2750. Опять, ну, я не знаю, либо старину, либо старый. Две французские в стиле старый Париж вазы. Мы их не превращаем, они стоят $395. Ручная роспись у них. Нас привлекла внимание вот эта вот тарелочка. Посмотрите, это ручная роспись 100%. И, по-моему, я даже видела такие. Это, скорее всего, тоже Coport английский. И посмотри поближе, покажи. Это ручная роспись. Вот это вот прописано вручную. То есть тоже такое произведение искусства. Мне очень нравится. Тут такая бабушка и внучка. Они стоят, смотрят на горы. И видите, здесь нету абсолютно никакого знака. Но вот это вот. Такая вот зеленая лепнина с белым. По-моему, я видела в каталогах Coporta. Ну, еще здесь ваза интересная за $30. Ну, мы сюда перевернем, просто чтобы... Китайская. Просто чтобы больше узнать о некоторых вещах. Ну, здесь что-то блюдце. Не знаю, почему оно одинокое блюдечко. Пойдем дальше. Вот вид этой прекрасной комнаты с этой стороны. Мне, конечно, очень нравится. Обстановка прекрасная. Зеркала очень красивые здесь. Еще больше всего, ну вот на этом столе, посмотрите, мы просто вам подскажем быстро. Сделаны из натурального камня цветы, но, к сожалению, с потерями $125. Это надо каким-то образом восстанавливать. Еще одна тарелка в стиле Эмари. Вот это, кстати, очень дорогая лампа, $1850. Лариса, приблизь. Это бронзовая, видно, бронзовая, вот такие вот прекрасные бараны. Да, очень красивая, кстати, лампа. Она очень красивая тоже она у нас. Здесь стол с огромным количеством книжек. Которая наша тема, нам это нравится, Мане, из музеев, Рим, Museum of American Art, Вермеер, книжка его, $10. Посмотрим, есть ли что-то по... Это уже из музеев в Бостоне, это книжка «Калифорния», музей из Калифорнии. Здесь «Триумф French Painting», французская живопись. А, кстати, посмотри, Лариса. Хилвуд Музеем, русские империалистские европейские трэжерс. Вот это может быть что-то интересное. Это мы можем подумать насчет этой книжки. Кстати, цены не очень дорогие, всего $8. Вот это вазочка. Сейчас посмотрим вазочку. Так, просто посмотрим. И большая книга по Дега, огромная книга по Дега. А это, кстати, у нас есть такая передача «Antique Roadshow», и там есть представители, оценщики. Вот они, эти два брата-близнеца, они оценивают мебель. Известные. Так, а здесь, что это у нас здесь с тобой? Ничего. Ну, похоже на французское блюдо больше. Окей. Если ты перевернешься, то вот здесь очень тоже, посмотри, 395. Я никогда не видела, что здесь стоит. Видишь, тарелочка в начале. И эта инструкция, посмотри, тоже. Это сделано все из дерева, да?
дерево плюс суксированным перламутром. Красота. И еще обведено бронзой, посмотри. Угу. Все элементы, как вот только можно, это бронзовая. Очень интересный столик. $395. Необыкновенно, конечно. Смотрите, еще один шкаф, мы подойдем поближе. Подойдем поближе, много мы уже здесь ездили. Мне кажется, это вот опять этот стиль, который мы показали там. Сорка 1825 года. Здесь вот весь набор этот. Посмотрите, какая красота. И цен почему-то я не вижу. Вот они все в одинаковых. А, $250 за 6 штук. Угу. Вот. А, ну и мне интересно посмотреть вот на эти вещи тоже. Опять стиль и Мари. Скорее всего, старинная. Клейма чашечка, клейма нет, но мы знаем, что это не обязательно на английскую посуду особенно не ставились. А, еще одна прелестная такая же. К сожалению, они без блюдечек. А что здесь у нас? Вот такая сахарница тоже без клейма, $65. И вот такая сливочник, молочник. Здесь просто цифры. И, конечно, очень красиво вот эта Лариса. За 75. Сахарница. Сахарница. Давай посмотрим на нее. Ага, вот здесь что-то написано. 1810 года. Ну, в общем-то, вот что еще написано? Там, я не вижу больше ничего. Ничего. Такого. Цены. Угу. Ничего нет. Ну, вот это я подозреваю, что все это Англия здесь. Вот это красивая вещь. И 1810 год. $75. Ну, вот это хорошая, хорошая вещь. Еще один соусник. Он уже, посмотри, тут необычно тут лица с этой стороны. Под Мейсон, да? Да. Ничего нет, конечно, там тоже. Очень старый видно, да? Да, такое? Что старое, старинное, да. Это вещь старинная. Сейчас я вот здесь сниму. Мы посмотрели и нашли подобную статуэтку. Это итальянская неоклассицизм. То есть, ну вот приблизительно мы определили, что это такое, то есть это Италия, как бы стиль неоклассицизма, а сзади вы видите вот это старинный веер. Смотрите, какой старинный веер. С этой стороны ничего. Вот сюда пониже его сделаем. Ага. Вот он, посмотрите. Вот с этой стороны, наверное, было к девушке, а вот так вот им обмахивали, их два. Это как опахало, да? Да, ну, не знаю, может быть, да. Может быть, конечно, не веер, но что-то такое явно для... этого. Очень красивое сочетание этого веера, это статуэтки. Посмотрите, какой красивый шкаф. Опять здесь ручная работа. Разрисовка $2750. Можно показать некоторые сюжеты, Лариса. Какие-то пальмы, что-то тут вообще очень много. Тут все смешанное. Да, что-то тут всего нарисовано очень много. Конечно, нам всегда нужно заглянуть во все шкафчики. Здесь мы видим очень красивое блюдце. Вот тоже $35. Сейчас мы на него посмотрим. Все вот такое наклеено, да? Лондон. Что-то из Лондона. А. Это, наверное, какой-то старинный. Но это ручная роспись. Я это вижу, что это ручная роспись. Каким-то образом попала сюда из Лондона. Мне, конечно, очень нравятся вот эти вот тоже. Посмотрите, какая красота. А вот здесь что это у нас? О, это Ainsley, Лариса. Mm-hmm. Это хорошая фирма английская. Это такое блюдечко, но единственное, к сожалению. Но красивое. За $12. В принципе, недорого они за него хотят. Фирма Ainsley. Но к нему, конечно, бы хорошо добавить какую-нибудь чашечку. Вот еще одно блюдечко. Это уже смотрится более старое. Видите, нету сзади никакого клейма. Тоже подозреваю, что Англия, кто-то собирал Англию. Здесь две такие урны, $125, какой-то натуральный камень, скорее всего. Вот еще одна старинная. Точно такая же, да? Тоже была какая-то наклейка, уж сошла. Угу. Тоже старенькая Англия, на мой взгляд. Все это старенькая Англия. Немножко в стиле и Мари, потому что цвета вот эти оранжевые, синие, вот именно такие очень раньше ценились. Здесь две прекрасные португальские вазы. Вот такая тарелка без клейма, к сожалению, мы посмотрели. И в шкафу различное посеребрение. И внизу красивый набор для дамского туалета. Можно посмотреть, щеточки разные. Потому что я понимаю, что-то такое. Да.
Мы уже видим здесь вот такое столовой. Стоит еще один прекрасный шкафчик, $895. Тоже дорогой, тоже сделано красиво. И две тарелки. Здесь уже больше похоже на лиможское золото, да, Ларис? Посмотри, такое оно. И что здесь? Да, лимож Франции, мы уже определяем, да? По крайней мере, с этим две тарелки за $65. И здесь стоит очень красивая ваза, это стиль Каппадомонте, $295. Посмотри наверху. Да, зеркальце так интересно сделано, такое ажурное. В таком доме не может быть необыкновенной столовой, просто потрясающе. Мне очень нравятся здесь деревянные балки, посмотрите наверху, какой цвет стен, вообще такой цвет морской волны, да, синий-голубой, точнее зеленовато-голубоватый. Огромное зеркало, причем там вставлено зеркало, плюс еще зеркальные плитки такие сделанные. Прекрасные огромные окна, на них даже нет, посмотрите на этой столовой, нет занавесок, то есть они совершенно открытые. И огромный стол, я даже не знаю, сколько тут персон, но на 10 персон точно. И тяжелый буфет, все предметы подобраны замечательно, кресло подобрано к столу, к лампам. В общем, мы здесь сейчас все посмотрим и еще раз покажем другую сторону, с этой стороны тоже покажем. Здесь посмотрите еще, вот, кстати, там французская дверь, то есть она открывается. Куда она открывается, интересно, Ларис? Наверное, на балкон, да, вот такой здесь балкончик небольшой. Вот, то есть можно выйти, открыть эту дверь. Необыкновенные подсвечники из бронзы, просто 2850, конечно, пара. Здесь, наверное, самое большое количество подсвечек, которые мы видели. Сейчас мы считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, по-моему, если я не ошиблась. И опять та же тема вот эти вот баранчиков с рогами. Не знаю, может быть, это какая-то была, смотрите, как красиво, мода, детально сделана вот эта вот вся подвеска. Наверное, это какая-то символизм. Надо же просто узнать, что это за символизм. И это, конечно же, французская бронза написано. $2850. Но за такое не жалко. Не жалко, да. Французская бронза очень красивая. Смотрите, какой потрясающий здесь набор. Ну, в общем, все в этом доме под стать. Это Christian Dior, вообще такой, наверное, в первый раз сделано в Японии. То есть Tabriz, наверное, может быть, название дизайна. Вот, посмотрите, вот такая прелесть. Как она будет смотреться. Да. Очень богатый рисунок, Ларис, да? Угу. Необыкновенная чашка. И набор здесь состоит из чашечек. Вся цена $2500. Но здесь, наверное, персона 12, как раз как на этом столе. И вот различные такая, и такая, и такие. Но, к сожалению, вот есть сахарница, но мы не, и молочник, но нет чайника. Не знаю, был ли он или нет. Всегда почему-то мы с тобой находим, но чайника уже нет. Угу. Ну, конечно, красота. Посмотри, какой богатый. Причем вот этот вот такой, я не знаю, опять красный, синий, зеленый, прям как будто вот какой-то, ну, не знаю, драгоценные камни, да, различный изумруд, сапфир и рубин сочетаются здесь. Вот эти цвета, синий, красный, зеленый. Ты бы хотел такой набор? Да, я бы с удовольствием, а ты? Угу. Очень красивый. Ну, конечно, стол сразу же с таким набором смотрится очень богато. Много посеребренного, ну, даже не знаю, потому что стоит $595. Наверное, очень хорошее серебрение, 125. Здесь 695, огромный набор. А здесь что-то такое. Ага, посмотрим. Это Ленокс, по-моему. Да, это Ленокс. Ну, какой-то старенький. Королевский Ленокс, да? А, такой? Посмотри. Такого мы еще не видели. То есть это подставки под вот такие чашечки. Как для бульона получается тогда. $350, кстати. Красота. Очень интересно. Первый раз. Смотрим, что походим новенькое, да? То есть можно менять. То есть эти подставки у вас останутся навсегда, а это можно менять. А ну, вот здесь тарелочки. Их много. $145. Это Бавария. А раз. Вот. А, кстати, они, наверное, даже разные. Да, они все разные, да? Просто посмотрим. Очень старые видно. Да, видно, что старая сейчас. Мне, кстати, вот это очень понравилось. Посмотри, $85. Как она красиво сделана. Что здесь? Ну, мы посмотрим потом. Да, здесь какие-то есть маркировки.
Мы сейчас вам подставим просто тарелки, посмотрим, разные они или нет. А они вот пока все идут немножко разные. Мы всегда любим посмотреть, что ли. Оно больше розочками, конечно. А вот еще какие-то такие нежные фиалочки. Цветочки, фиалочки. Астры, по-моему. Вот, в принципе, я думаю, понятно. Мы сейчас уже до конца это подставим. Вот это тоже интересно. Такое разнообразие. И вот еще 595 долларов. Для мороженого, наверное. Даже не знаю, все что угодно. Мы сами даже видели, что такие, в таких можно чашки ставить. Ну и богатая такая вот с подогревом за 350 долларов. Здесь можно что-то положить, сервировать и подогреть. Вот это для пунша понравилось. Для пунша очень красиво. Посмотри, какие детали, Лариш. Обалдеть. Вот такой интересный паломник. Да, паломник очень интересный. И сами чашечки. Чашечки, да, очень красивые. И поднос, Лариса, тоже в стиле сделано с виноградом. Очень красиво. Мы спросили тех, кто здесь продает, почему такие дорогие вот эти подносы, может быть, какое-то тройное серебрение. Они сказали, нет, это, ну, как бы обычные посеребренные подносы, но они очень декоративно сделаны, с разнообразными ручками, и даже на ножках, они сказали, очень трудно найти такие сейчас. Ножки нам не покажем вам, поэтому они такие дорогие, очень еще тяжелые. И да, и здесь еще с прорезью. То есть вот за дизайн они просят такие, и сказали, что вот это вот, особенно вот этот поднос, очень популярен, многие на него смотрят. Смотрите, еще красивый посеребрением тоже. Мы тоже, кстати, обращаем внимание, когда, если это посеребренная посуда, чтобы в нем был интересный дизайн. И с таким дизайном действительно продаются очень хорошо. Вот это 95 долларов, посмотрите, какой он. Необыкновенный тоже здесь дизайн. А здесь вот еще лампа 395 долларов. Ну, тут, возможно, тоже что-то старенькое прописанное. А вот такой вот за 85 долларов. Тоже можно что-то сюда положить. И, конечно же, внимание, ну, это для сахара. Такое мы уже видели. У нас даже такое есть уже с тобой, Лариса. Да? А и вот наше внимание привлек, конечно же, стол, который тут с другой стороны, с огромным количеством посуды, с набором очень красивым. Сейчас давай сначала сейчас стол покажу. Да, покажи. Какой это тяжелый буфет. Мне очень нравятся здесь вот эти хрустальные такие вот ручки. И тоже сделано в стиле какого-то неоклассицизма, потому что такие колонны большие, длинные. Тяжелый буфет. Ну, конечно, надо выдвигать ящички. Может быть, мы выдвинем, просто посмотрим. Но здесь просто, ну, посмотри, как красиво сделан под вилки, ложки и так далее. Я предполагаю, что... Да, Ларис, скажи, я тоже предполагаю. Как ну ты думаешь? Ну давай промолчим и просто покажем. Да, думаешь? Ну я предполагаю, что ты стар. Ты тоже, да? Посмотрим. А Wedgwood? Ну очень старый Wedgwood. Очень старый Wedgwood. Даже поэтому мы с тобой перепутали. Ну написано уже Made in England. Так, интересно, Wedgwood. Огромнейший набор, конечно. 395 долларов. Здесь практически есть все. Но вот мы сейчас вам покажем, почему нам не совсем иногда нравится посуда английская. Посмотрите, вот это, допустим, идеально, да? Все чистенько, красиво, да? Посмотрите, вот он, Wedgwood. Cornflower называется. Это, ну, это цветок такой, cornflower. Я даже не знаю, что это, как перевести. Но... вот этот вот дизайн, вот он чистый, красивый. И вот из этого же набора посмотрите, что делается. Он уже весь коричневел, там появился каркелюр. И, к сожалению, вот это вот признаки английского фарфора. То есть почему-то, я не знаю, что, почему они так делали. То ли некачественно, то ли, может быть, если одно хранилось где-то в хорошем месте, другое где-то, где была влажность, вот получается вот такие вот. И, конечно же, это портит вид всего набора.